Ну все, проводку отвел в сторону. Здесь поролон. Снимаю насос с трубками. Снимается она. Ну и все, можно двигатель уже это брать, снимать и весить на кантователь. Приобрел себе кантователь, зацепил краном. Ну и попробую поднять. Вот и все. Двигатель у нас отошел. Приобрел вот такой вот кантователь, закрепил двигатель, теперь снимаю клапанную крышку, после этого снимаю переднюю крышку, цепи ГРМ, переднюю крышку я не сниму, пока не сниму поддон, поэтому будем все поэтапно снимать.
вроде бы все. Да, грязненько. Вот здесь сейчас димексид и используем по назначению. Ну, в принципе, двигатель не такой страшный. Ну, а цепь, похоже, растянута. Хотя это еще не показатель, но смотрится некрасиво. Так, откручиваю поддон. Поддон я открутил. Отрываем его от герметика. Отверточку. Вот в этом месте. Аккуратненько. Под поддон. Вот теперь поддеваем. Вот еще сколько масла остается в поддоне. Ну что, снимаем датчик. Так, все болты открутил. Вот здесь есть места, за которые поддевать можно с одной стороны. Так, натяжитель я открутил, отвел. Ну и сниму его, наверное, полностью. Натяжитель, вот он, я его помою потом. Взводится. Сейчас покажу. Вот она, собачка, надо вот сюда отвести. Вот этот фиксатор нажимаем и вдавливаем. Фиксатор нажимаем, вот он, и вдавливаем его до конца и фиксируем этой собачкой. Все, вот он в зажатом положении. Вот это звезда на датчик вложения канализации. У нас буквой F ставится вверх и наружу. Ну и две цепочки. Наши две цепочки, которые мы и заменим. Натяжитель и успокоитель мы менять не будем. А цепь ГРМ и цепь
масло насоса мы заменим. Звезды тоже менять не будем. Такое впечатление, что двигатель просто начал отмываться маслом. Масло человек стал чаще менять. И вот видно, сверху он чище, внизу он погрязнее. Крышка грязная, а сами распредвалы помытые. Начал отмываться. Ладно. Сейчас у нас в этом положении, судя по кулачкам, стоит не первый цилиндр, а стоит четвертый цилиндр. Вот они, видно, кулачки на край смотрят, а эти кулачки вовнутрь смотрят. Следовательно, это верхняя мертвая точка четвертого цилиндра стоит. Откручиваю головку, цепь скину. Здесь сложностей нету. Два болта откручиваем, снимаем успокоитель. И один болт откручиваем, снимаем натяжитель. Здесь у нас болтик на 12. Все, цепочку можно скидывать. Ну и что, я, наверное, сниму форсунки, их в ультразвуковой ванне помою, раз мы уже добрались до них, пускай они тоже чистоты увидят. Так, снимаем кронштейны вот эти. Ну, а теперь можно пробовать. А, вот эта форсунка легко пошла. Да, грязноватая. Так, и это шевельнулось, тоже, скажем, легко пошла. Да, забиты. Вот эти крутиться не хотят, но попробуем. И это пошла. Все форсунки хорошо пошли, кольцо слетело.
Сейчас подниму камеру и откручиваем распредвалы. Солнышко маленько ушло, а то сильно освещало, отсвечивало. Ослабляем бугеля. Все по одному. А возле шестерни болты на 12, возле звездочек. Ну а теперь все откручиваем и снимаем распредвалы. Снимаем бугеля. На них есть номера, но я их все равно ставлю по счету. Здесь торцов есть места, за что можно поддеть. Что-то какая-то маркировка на распредвале. Похоже, двигатель уже ремонтировался. Маркером на распредвале написано. Теперь снимаем стаканы. Стаканы вот так снимать можно. Можно магнитом снимать. Снимаем вкладыш. Снимаем клапан VVTi. Ну а теперь можно откручивать головку. Берем 12-гранную биту на 12.
Да. Такое впечатление, что на клею сидит. С щелчком, с треском, со звоном, а дальше легко. Все, выкручиваю болты. Ну и все. Головка у нас должна отойти. Еще антифриз откуда-то там. Какой нагар на поршнях. Ну, правильно. Масло летело. Снимем кольца. Смотрю, хон частично содран уже. Да, вон пятна. Хон содран. Но... Поршень-то не гуляет. Откручиваю маслонасос. Здесь прокладочка стоит. Откручиваем полуподдон, болты. Головка на 12. Ну и что, нам надо выкручивать вот этот переходник, под ним тоже болт находится. Шестигранник на 12. И внутри его болт находится.
Сейчас покажу. Приобрел химию Люкимоли, по-моему, Люкимоли, для разъедания, для старых прокладок герметика удаления. Еще не пробовал. Сейчас опробую. Ну, вроде как штука хорошая. И также сейчас попробую димексид на улице плюс 26. Вечером чуть прохладнее стало. Но я думаю, что будет работать нормально. Пока наживлю. Так, эта сторона пошла. Да, здесь кокс, и он не свежий. Похоже, действительно начало масло уже отмывать потихонечку. Вот я про что говорил. Видите, я полуподдон снял, а сальник вот он, и он шевелится. Вот я его рукой шевелю. И устанавливая опять полуподдон, есть вероятность, что вот немножко вот так вот сместится сюда. Или наоборот, вот сюда сместится. И все, сальник уже будет стоять не соосно, он побежит. Ну и поставим мы сразу же новый сальник. Снимаю маховик. Маховик я открутил. Помечу маркером. Бывает, что отверстия смещены, вот. Чтобы потом было удобнее ставить, я сделаю для себя вот такие пометочки. Сальник еще не дубовый.